Надо же, до 70%. Это у нас вкопали. Ну что, девочки, начинаем примерочки. То так я выгляжу в обычной жизни. То есть все это купила здесь, в общем-то, в этих же магазинах. Льняная кофточка, штанишки. Ну, обычные. Вот такой ветрячок с капюшончиком от ветра. Искала только свои размеры. 50%. Приятная. 700 крон. Ну, будет 350. То есть 35 евро. Вот это красота. Так, кармашики. На этом самом такая попоночка сверху. Открываем. Залазим. Очень удобненько. Хорошая молния. И размерчик подходящий. Ну вот. Падает дружка. И сзади входит вниз. Очень приятно. Тело. Мне нравится. А еще вот такая прелестная курточка. Вот стеганая. 3X. Опять же, мои любимые 50%. 799, 800 крон. 440 евро. 40 евро или 400 крон. Прелестные такие штучки на боках. Карман. Качество. В общем-то неплохое. Ничего не лезет. Вот. И сзади немножечко такой расширенный вариант. Как говорится, как в том анекдоте, зачем вам суженое? Возьмите расширенное. Такой вариант. Закрывается тут еще. Хватит на пол оксанки. Ну, не на пол, но на четвертинку. Очень приятно. За 40 евро очень даже ничего. Вот кармашки. Нет, внутри кармашек. Только снаружи. Тепленький. Прямо это дело сразу чувствуется, что теплая штука. Вообще-то какой-то шарфик надо. Ну, шарфиков у меня море. Пруд пруди. А это уже в застегнутом варианте. Ну, в целом, очень даже хорошо. Свитерок сюда так хорошо ляжет, я бы сказала. Вот, так что, девочки, есть шанс закупиться за полцены, за 40 евро, весьма неплохим атрибутом. Очень освежает белый воротничок. На весь этот оранжевый. Кстати, смотрится очень хорошо. С этими скетчерсами голубой. Джинсами белая блузочка длинная. Очень даже неплохо. Но правда тут что-то такое болтается. Надо будет посмотреть повнимательнее, что это. Но так в целом очень даже свяжу и приятно.
сказать. Ну, в общем, очень меня удивила эта штучка оранжевая. Такой приятный, небольшая летучая мышка. Расширенный силуэт. 50%. 399, это 400 крон, делим на 2, 220 евро. И это у нас... Значит, что у нас? 50% акрила и 50% хлопка. Такая прелестная штучка. Рукавчик. Расширенная версия. Это 100% хлопок. Размер 3XL. 399, то есть 400 крон или же 20 евро. А нет, это 70%. Это еще вкуснее. Кстати, обнаружила прелестное дополнение в виде этой складочки. То можно сказать, на вырост есть куда. Вот такая прелестная штучка. Я прям очень она мне нравится. Вот единственное, конечно, пуговички здесь крайне мельпиздрические. Прям вот такие, прям вот совсем-совсем прохотовочные. Но, как говорится, будем работать с мелкими предметами, улучшать моторику. А моторика хорошая приводит к хорошей работе мозгов. Мозги же нам еще и после 50 нужны, правильно? Очень мне нравится. Прям очень кармашек. И хлопок 100%. Очень нравится. Очень, прям очень. И весь этот мой новый лук. Повторение, конечно, старого, но для меня белый цвет это практически фетиш. Беру свой хвост. Очень такой приятная штучка. И вот он. Этот. Я себе нравлюсь. Очень. Так. Прелестный лапсердок. Зеркало светило. Ну что, следующий лот нашего пухляцкого гардероба. 50% от, ну, в общем, 250 крон. Лен. 100% лен. Цвет очень уставшей морковки. Но мимо льна пройти не могу. Такая прелесть. Я хочу сказать, что очень прелесть. Прям я ее одела и сразу моментально тело задышало. Небольшой воротничок. Рукавчик прикрывает то, что надо. По бедрам тоже хорошо ложится. То есть область накопления знаний и опыта прикрывает. И скетчерсы тоже подходят идеально. Так, ну это я прям, как я там сказала, уставшая морковка. Есть такой, этот самый, пыльная роза. Это у меня будет пыльная морковка. А почему нет? И нашла вроде бы очень неплохую тряпочку на этот самый, на вот по ощущениям к телу. Но все, что вот это ужас какой. Мало того, что плечики подстрелены, я не знаю, на какую девочку, экселечку, элечку, эмочку. Вот эти плечики, плюс вот это вот, вот это,
Даже я не могу описать, что это такое. В общем, ужас, летящий на крыльях ветра. Даже это называется «Мама, снимите это немедленно». В общем, сия красота у нас по скидке 250 крон, 25 евро. Ну, между нами девочками говорят, это нужно какие иметь маленькие плечики, то есть это вообще должна быть фигура груша. Вот висит совсем немного, а потом так ух и уходит. Ну, в общем, это что-то, даже не знаю, на кого сие. Сие изделие покатит. Вот даже не знаю. Очень странные чувства вызывает у меня это платье. Но мне его хочется иметь. Очень приятное к телу. Тут поместится еще одна оксанка. Вырез мне нравится. Ткань мне нравится. Тут какая-то, конечно, кандибобер какой-то. Но посмотрим, может, удастся вырезать. Здесь ниточки, конечно, не совсем удачно. Но плечики прям сказочные. Разрезик. Что-то такое. Марокканский стиль. По дому бегать. Вообще. Здесь у нас резиночка. Вот она. Очень мне нравится. Можно спустить ее. Можно затянуть повыше. Или потом. Ля Марокко. Кармашков нет. На кармашке пожалели тканюшки. Но так в целом для дома на пляжик вот так вот раз купальничек скину. И вообще просто сказка. И заодно сразу решила примерить вот эту льняную штучку, такую накидочку. Здесь на бантике. Просто я не взяла с собой никакую футболку для примерить. Нет, вот второй раз меряю, даже со скидкой. Что-то как-то она мне, вот как-то даже весь образ обабила. Конечно, я тоже не девочка, но все же. Вот этот вариант, он хотя бы какой-то экзотичный. Такой с интригой, я бы сказала. А это прям так. Ну что, это у нас 3 икса. Рискованно. 599 и 600 крон, 30 евро. 30 евро. Вот это, вот это, вот это. Конечно. Но в целом очень-очень приятно для кожи. Вот. 100% вискоза. О, убегает от меня рукавчик. Резиночка. В общем, марокканский стиль. Я бы так его охарактеризовала. Очень приятно к телу. Просто очень приятно. И еще я взяла два таких одинаковых по фасону, только разные по цвету. Марлёвочка, хабашечка. 3 икса, 599, это 600 крон.
Значит, будет делим напополам 300 крон или же 30 евро. Вот. Ну, ходить по дому в таком, в общем-то, даже и неплохо. Так, здесь у нас точно такой же, 3 икса, та же цена. Вот, хлопок коттон. Сейчас померяем, посмотрим, какой лучше к лицу уставшей морковки. От тебя даже характеризовать не могу, кто ты уставший. Сняла, думаю, сейчас я буду мерить. Вот тут нашла кучу всяких ниток. Короче, уже тут какая-то херемеритремная. Небрежно прошит это все. Ну ладно, померяю. Ну, я бы сказала, к телу очень приятно. Прям очень-очень приятно. Прям вот мечта, утром встал, накинул и побежал. Кстати, вот здесь вот такая небольшая приятность. Здесь петелька, резинка. То есть, если рука, как в данном случае, у меня полновата, то это очень даже хорошо. Можно затянуть повыше. И оно давить не будет. Вот. Так вот. Ну, и цвет вроде неплохой. Как мне кажется. Хотя он немножечко так вот. Ну, короче, 50 на 50. Я вот сразу хочу показать внутренности. Но в целом это, наверное, все-таки разовое такое исполнение. Или кто-то мерил с цепями, я не знаю, с чем. Ну, в общем-то, здесь нормально. Хотя тут что-то такое. Такая мелочь висит. Ну, что не говоря, к телу, конечно, оно очень приятно. Но в данном случае мое лицо, и это... морковка. Слились воедино. Это как я. Нет, это точно не мое. Как ни странно, оранжевый вроде как и оранжевый, но цвет лица и цвет изделия. Вот еще взяла вот такие. Померить шорты. Ну что не говори, конечно. Секси-пекси. Это не о них сказано. Но по ноге сидят хорошо, в животе сидят хорошо. 50 крон. Если. Ну как-то. Вот мне или короче надо, или уже длиннее. Так по колено как-то подрублено. Вот. Так, в общем-то, 50%. Сколько там? 390, 420 евро. Хочу ли я за 20 евро такое? Не хочу. Вот, хочу показать. Вот это мои штанишки. 54 размер. Вот это, которые на мне, которые были в начале. Вот я как говорила, это те же копаловские штаники, что вот я показывала вот только что. То есть я здесь же их покупала в Копале, но насколько лучше смотрится весь этот силуэт.
даже вот моя белая кофточка, то есть я вернулась к своему, так сказать, первоизданному виду. Вот. Получается очень хорошо. И высота брюк, и бедро закрыто, и коленки смотрятся очень даже хорошо. Нету никаких этих возрастных изменений незаметно. Поэтому такая длина брючек или шортиков, или бриджиков самая подходящая для меня. Ну что, пошли на кассу платить. Еще взяла я попробовать шорты льняные, но решила, что мне хватит тех, которые я купила раньше. Вот эти шортики очень хорошо смотрятся на вешалке, но не на мне. Это тоже, я так подумала, но она хбшечка, очень-очень приятно как бы к телу, все. Потом быстренько натянул, нагнуться, что там бы помыть, что-то опуститься, что-то подняться. Ну, в общем, да. Мало того, что тут все он разлезается, плюс ко всему стоимость, это будет 170 крон. Да, это того не стоит. Ну и смотрите на мне просто. Вот это хорошая ткань, очень приятная к телу. Ну, цвет мне не нравится и стоимость не нравится. Оранжевый вообще мне. Вот это очень понравилось. Но, как говорится, когда ты в узком пространстве, смотрится великолепно. Вышла на большое зеркало и как-то и передумала. Ну, об этом я уже говорила, что никак оно, ну, вообще как-то, даже несмотря на то, что лен, на то, что вот я все это люблю, обожаю, нет. Второй раз нет. Вот эти плечики, это вообще какой-то, не вышептать. Ну, и курточка вроде ничего. Курточка ничего, но... Все-таки я, наверное, воздержусь пока, во всяком случае, с этой зарплатой. Если это висит до следующего, может, и куплю. Хотя у меня столько этих курток, что муж, наверное, уже как видит меня в новой куртке, у него этот начинается нервный озноб. Ну и победители, так сказать, этого посещения лен. Хлопок. Вот эта неожиданная штучка мне очень понравилась. Прям вот даже не ожидала всего просто померить. И вот эта мне еще не очень понравилась. Очень такой серенький мне прям вот под лицо, все к лицу. Я хочу сказать, ну и качество мне нравится. И в нем дышишь. Ну 50%, кто ж не отнимет. В общем, такие 4 вещички я приобретаю. И напоследок, уже на выходе увидела такую потрясающую курточку, полупальто, так сказать, молочная капсула. XS полцены 9000, ну, в общем, 50 евро. Очень хорошее качество. Такие вот дела. Очень мне нравятся.